Нет, еще не верю. Это такое ощущение, как будто сон какой-то происходит. И вот мне сейчас вставать скоро, прозвенит будильник, и мне надо вот как раз туда идти соревноваться. Но я думаю, завтра уже ощущение придет, уже адреналин спадет, пройдет, и поэтому буду уже понимать осознанно, что все-таки мне удалось выиграть не просто медаль Олимпийских игр, а именно золото.